давай, пускай делает. Давай, 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 давай. Народ требует просто. Миша, включи пока, чтобы она раздевалась, под музычку под какую-нибудь. Чулька, повод ты сегодня. 18 Тучка, давай. Давайте просто поддержим Юлю, она раздевается сейчас. Она просто купила новые трусики, наверное, себе и хочет их снять. Ой, чё? Юлия, Карлин! Юля, нормально? Юля, тебе говорят, еще кокаин есть сегодня. Можешь сегодня... Юля, тебя все любят вообще, понимаешь? Юля, ты что, подожди? Подожди, я хочу, чтобы ты сначала продефилировал. Юлька, зверя, зарплату поднимаем, Продефилируй, давай смелее, тебя просим. Зарплату поднимаем, я любого премию выписываю, девушка. Погнали! Погнали! Молодец! В общем, нормально, тельце такое, красивое. Юлька, давай, что, уже была, не была? Конечно, разделайся уже, тут уже по-любому надо вообще. Опа! Нет, а вот здесь я хочу, чтобы ты задом ко всем стояла и мочила. Давай, давай. Вот, поехали. Молодец! Слушай, это жесть! Я представляю просто, если бы Кирс разделся бы здесь и делал бы то же самое. Я бы разделся! Это было бы мерзко, наверное. Кирс не может раздеться, у него пузико. Все, одевай, давай, выживай, одевай. И ты получаешь свою 1000. Честно, заработанную. Юля, слушай, ну ты понимаешь, что ты будешь звездой всех социальных сетей. Я уже вижу, как в Одноклассниках тебе ставят лайки там, как тебе пишут люди. И еще я тебе уверяю, что Юля сегодня просто вот как бы покорила этот зал. Друзья мои, овации Юли! Она в молоке просто. Молодец! Знаешь, стабильная фраза такая. Юля, я на тебе женюсь, ты моя жена, она по-любому будет. У тебя есть уже жена, дурак. Я просто говорю, что пристал ко мне. Ты сегодня просто толкаешь меня на какие-то мысли нехорошие. Я понимаю, что ты девственник вообще. А что делать? Ну что, жизнь такая. Одевай, Юля.